Мы продолжаем проходить, задав нас два сами унесло. Извините, но тут 5 метров был пройти этого босса. Так. Так вот, гасим его. Так. Давайте-ка вот так гасим его. О, май гадина! Кто гасит? Чмошник. Вот ты гадина. Иди сюда. А ты чмо? Так. И когда ты будешь уже тут? Где ты? Да капец. Умри, уродище. Умри, я сказал. Чёрт. Гадина какую. Сказал, умри. Иди-ка сюда. Блин. Давайте-ка лучше возьмем 2 узихи. Так, давайте-ка съедим сердечко. Умри! Умри, гадина, я сказал. Да ты чмошник. Чёрт, сколько света. Давай. И опчик. И чё это? Как-то тупо. Простите, у меня что-то глюк. Так, простите, конечно, сейчас я... Извините, у нас были технические неполадки, но вы видели, как я, конечно, завалил. Consfifty там было написано. Так, ну, простите, конечно. Такс. Ну чё, пошли дальше. Пустите, там. Сейчас поедим сердечки давайте. Так, ну да, пока что всё. Подождите, что это у нас? Микрозе. Давайте возьмём и пойдём дальше. Ну, пошли. Макака. Дальше. А, вон тут как можно. Через неё же можно проходить. Ага, там вон реликвия. Так, реликвию взяли. И теперь нам сюда, кажется. Ай, блин. Где свет-то? Ой, вот из-за этой лампочки... Какая опасная лампочка, что? Умри, ворота! О! Не, тут ты издеваешься, ты уже там, а я тут парюсь. Гаси дверку. И чё это? Ух ты! На! Пофиг. И чё, у нас сейчас бары будем драться? Так кто? Что за говёная музыка? Это его жена, что ли, типа? Привет, заяц. Что так долго? Ты уйди. Где я сказал? Сказал уйди. А ты что? Блин, я понимаю мафию, почему она её подстрелила такого урода. Я бы угостила тебя пивом, но до завтра тебе же не... Кетчуп жри. Выпусти, уродище. Не хочешь со мной посидеть? Ну, извините, такая сюжетка.
Я отпросилась у Карла на твой день рождения. Он сопротивлялся, но... Я тоже сейчас сопротивляюсь. Я застроила милую мордашку, и он растаял. Он даже обещал испечь торт. Продолжаем предоставить технические неполадки. Знаешь, я подумала, может, ты заглянешь ко мне, и мы вместе посмотрим кино. Иди отсюда, Джеки, алло. Беги. Беги, Джеки, пожалуйста. Земля, Джеки. Вы на связи? Дженни, это сон? Да, мы с тобой, мы вместе. Тебе везет, парень. Иди отсюда уже. Обожаю эту песню. Идем танцевать, Джеки. Вот ты уже. Это же просто. Я верю в тебя. Не верю дальше. Ла-л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 а. Я каждый день думаю о тебе. Каждое мгновение. Я говорила тебе. Сейчас на в окно какие-нибудь уроды полезут. На вид грозный, а в глубине души очень нежный. Я сейчас в окно выброшу. Иди отсюда, это дура. Я во всем виноват, Дженни. Просто послушай. Ксюш, тебя мафия даже поблагодарила, то, что она эту уродину убила. Да уйди отсюда уже. Вот бы все изменить. Чтобы ты была жива. Извините. Она теперь у меня еще и заснула. Вообще круто. Ты помнишь? Это было кошмарное мгновение. Дети дразнили меня, а ты нет. Ты дружила со мной. Ты спасла меня. А я тебя нет. Вот именно, иди в жопу, иди в жопу. Нет. Карла вернется через час. Не хочешь заглянуть сюда на минутку? Тут вкусные пирожки. Нет, я сердец нажрался. Ну, ты издеваешься, что ли? Дженни! Вот черт! Это все ложь. Спасибо тебе, чмо. Оставь меня! Слушайте, а я вам придумал имена. Шурик и Жорик. Неплохо, да? Ладно. Настрой свой пухик. А. Мне главное ворота разломать могут, а это нет. И что тут дальше надо? Ага. Ломай, круши, убивай. Почему я вижу Дженни? Может, ты здесь? Вот у меня все тоже. Теперь вот мой Дженни, блин. Все, теперь ты мой друг, макака. Пытаться догнать Свифти, хорошо. Хотя нет, давайте все-таки возьмем. Одну и одну. Ага. Свифти, ублюдок! Не бросай нас здесь! Чмошники! Вставай! Иди сюда. О-о-о-о-о-о-о-о! Я властен. Иди сюда. Смотри. Давайте-ка съедим его. А, не взял. Ан, прости, мужик. Фу, блин! Дебил. А мне куда надо? Сюда, что ли? Нет, не сюда. И что тут надо? Что тут надо-то? Пап-та-пат-пат-пат-пат.
Ага, я понял. Извините. Ну, я походу ментов кину. Да вы издеваетесь. Ладно, пошли. Абада-абада-абада-абада-абада-бад. Спейс. Береги, Свифти, у нас вся ночь впереди. Свифти. Ага, Свифти. Блин. Уничтожь генератор, чтобы отключить подсвечник к нему лампы. Ага, понятно, теперь у нас новая фигня. Иди сюда. Умри! Такс. Ладно, погнали. Куда? Тебе-то легко. Но я еще не ох совсем, знаете ли. Тап-та-аба-та-аба-та-аб. Чмошники такие. Иди сюда. Казнить его. Умри, гадина. Анаконда. О, молодец, Шурик. Так, слушайте, у них никаких пух нет. Ага, у вас только сердечки. Ну ладно. А ты-то что ждешь? Ты вон сигать умеешь хотел. Так, ладно, пошли дальше. Ага, не куплюсь. Потепо. Так, ну давайте-ка что-нибудь прикупим. Это уже... Ага, о, летающий бес. Хватите беса и швырните его в врагов. Он понятлив и с радостью взорвет их на кусочки. Не надо. Подбрасывайте врага в воздух и резко ударите его о землю, после чего тот взрывается, оглушая ближайших врагов. Слушайте, прикольно. Так, а это что? Сидение сердца позволяет некоторое время рвать плоть врагов одним ударом демонической руки. Нет, давайте почему-то маленько посмотрим. Получай на 20% за каждое. Прикольно, нет. Так, тут ничего не... Вот. Тысячи, говорите. А давайте вот на рой накупим. Как раз чуть-чуть уже осталось. Ладно, пофиг. Сюда, что ли? Так, найти путь на склад. Не туда разве? Козой. Сюда. Ух ты, неплохо. Сказал мальчик. Так. Блин. Так, так сделаем. Это вот тоже мы. Такой живучий, что ли? И что, у меня патроны кончились, что ли? Такой что, козел. И что, все, у меня патроны? Их так мало? Да, патрончиков-то маловато. Никто не любит свет. Ух, ё, куда ж вы его запрятали? Чтобы чё взять? Ух ты! О, нехиленько. Очень нехиленько. Ништяк. Так, а мне интересно, где патрончики? Патрончики-то. Давайте-ка возьмем на всякий случай. Мало ли что. Так.
И куда нам... Ага, надо же дверь как-то включить. Ух ты, реликвии. Ну хорош пердеть уже. Ага, вот он. Да все, вы меня достали. Да не выхожу я на свет. Кью, что вы хотите, Defender? Так, а это что? Ух, ё-моё! Не, давайте-ка вот так вот. Так. А туда нам можно попасть. Только... Куда? Подожди, что хватит, что? Ага, вон ты, блин. Где еще свет-то? А где свет-то? Блин. Не знаю, что, даже лампочку, что ли? Ага. Подожди-ка. Блин. Нажмите и оттолкнитесь. Блин. Я никогда вот не понимала, как эти щитки рвать. Ага. Ага, вот. Фу, я понял как. И отходит там без палева. Мы сделаем так. Мы сделаем так. Мы сделаем еще вот так и так. Что еще, козу есть? Ну ты вообще смелый. Угу. Иди-ка сюда. Ага, ты что там в стене? Где ж вы? Ага. Слушай, а прикольная ловушка-то. Умри, я сказал. Хэдшот! Ага, у меня теперь... Да где ж ты? У меня цвет! Где? Ага, вон ты где. Правильно, макака, так ему и надо. Да какой... Мне честно, кто? Без фас его! Без фас! Помоги! Какой же ты надоедливый. Все, надеюсь? Или еще кого-нибудь? Такс. Давайте съедим сердечко. Да ё-моё. Где лампочки-то? Они каждую лампочку уж заметили. Понятненько. Сейчас мы убьем свет. Мы против света. Потом надо взять. Ага, сейчас вон ту дверь надо открыть, да? Не, я еще не такой лох.
Давайте-ка пойдем умениться. Так. Так, у меня народ хватает, давайте его лучше купим. Так, все, купили. Так, все, супер. Маленько дверку. Так, а сейчас 100% кто-нибудь вылезет. Я же сказал. Главное выстрел в голову. Этому выстрел и этому выстрел. Так, ладно, пошлите дальше. Ага, вон ты какой. Хэдшот! Где уроды вы? Что, зассали? Да ё-моё. Иди сюда. Так, ну давайте-ка мы вот так еще сделаем. Это вообще без полета там стоит. Я крут. Ага. Да умри. Да у них, блин. Сюда иди. Лети! Прикольно было. Не издевайтесь, да? Так, давайте-ка так. Что, можно два сразу брать? Ага, вот так можно, да, значит? Видимо, какая? Так. Ага. Вот идиот! Ты что, не слышишь, что я говорю? Ну бы. Ага. Блин, не дотягиваюсь. И куда мне еще? Ага. Джеки, послушай меня. Так, что тут есть? Такс. Давайте вот эту купим. Заставили. Если бы я отказался, они бы нас не пожалели. Они ненавидят тебя. Какие шутка-рушки. Давайте вот так сделаем. О, ага, вон откуда затылся. Свет плюс один. А где вы? Умри! Съедим сердечко. Так. Вот так вот, значит, да, вы? Ща, не бойся, бес. Заткну. Ну, где вы? Мои гадины. Давайте его казним. Вот так вот. По головке погладим. Умри, я сказал. Вот и гадина. Давайте сидим сердечком.
Реликвия, какой-то мусорный бак. Так. Кто гасит-то? Ух ты, какая хорошая фигня. Все, ты меня достал, давай вылази. Ух ты. Я бегу, 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 а я бегу, бегу, бегу. Блин, вы достали. Надо бежать, надо бежать, надо бежать. Блин. Блин, да где? А, блин, я сейчас умру уже. Оба. Блин, зачем я его скоптал только? Ага, выстрел в голову. Блин, что тут все сложно-то. Так. Ага, есть. Блин, я не могу понять, где свет-то? Котик, сейчас быстренько пробегусь. Ага. Ага, блин. Вот ты где. Ага, вот и свет где был. Пофиг. Еще я тебя... Блин, опять надо. Ну? Ух ты какой. Я все скажу, только не убивай. Говори, падла. Думаю, это какой-то тайный клуб. Ну что-то вроде. Они дали мне полный конверт кэша. Их босс, начальник или кто он там. Я встречался с ним в борделе в клубе Бринстон. Знаешь? Говорю тебе, эти парни просто... Говори быстро. Блин, не все рассказал. О, денежки. Ладно, пофиг, что они ничего не узнали, зато получили денежки. Когда тьма подчиняет тебя, ты теряешь контроль. Ты не понимаешь, что делаешь. Не замечаешь времени, а потом, внезапно, ты как будто в кино. Смотришь фильм о собственной жизни. Ты в зале и на экране, огромном, как жизнь. Ты киногерой. Николай, что это говно на заднем плане? Берет руки, уже летает. Разрывай их на пуски. Ладно, простите. И тебе хорошо. Ты хорош. Черт. Именно сейчас мы пропустим. Эдди и Фрэнк уже прочесывают Бринстон. Так, ладно. Да, новички притащили тебе. Хорошо. Как по мне этот тип? Он не у моста Квинсбора жил, а под мостом. Так, ну а давайте подумаем в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и смотрите Хомяка-мутанта там же.